Фильм о культовой радиостанции Украины «Kiss FM». Десятилетний путь к безоговорочному лидерству в рейтингах, а главное в сердцах тех, кто живет в ритме дэнс. Закулисье, рабочие будни, кропотливый ежедневный труд и команда «Kiss FM». Уникальная возможность узнать, как создавалась самая крупная танцевальная радиосеть Европы. «Kiss FM». Часть первая. Стартап. История возникновения Kiss FM, детская мечта танцевальную музыку крутить, внутренний голос, который говорит, а у тебя все получится, чувак, давай вперед. И вот, конечно, было интересно попробовать себя. Я, в общем, стал частью станции еще до того, как она запустилась в эфир. Это был такой своего рода подарок на мой день рождения. Ну и спустя несколько месяцев, с первого дня вещания, я начал работать на Kiss FM. У меня было, как у Иисуса Христа, два пришествия. Я начал работать тогда, когда Kiss FM только зародился. У Антона Сосенко появилась идея сделать танцевальную станцию. Я тогда, работая параллельно на радиостанции «Шансон», помогал Kiss FM там делать... Тогда был с Dutch Dance Chart с Иваном Ионовым. Аннет делала программу «Топ 100». Там очень много. Ну, я вот такие вещи собирал. Я помню, конечно, очень хорошо, что это был формат более коммерческой танцевальной музыки. Люди не были готовы. Так раз, нет танцевальной музыки ни одной станции. И, в принципе, это скачать не у всех в интернете, и купить тоже нет возможности. Поэтому она сразу вошла очень быстро в рейтинге, эта станция, и стала number one. Потому что люди хотели это, действительно, они. Был большой дефицит. Такой клондайк именно всей нашей отечественной попсы в ремиксах. Руки вверх, я выучил весь репертуар, помню, да. Отбиралось только то, что уже точно проверено дискотеками того времени. Все-таки помнили об опыте предыдущих станций. Целая битва титанов. Это была битва диджеев с Антоном, у которого было свое видение, и у диджеев было свое видение. И вот в этом, как бы, вот это в борьбе противоположностей, в итоге мы все-таки сдались Антону и поняли, что он сделал все круто и правильно. В самом начале это было очень прикольно, потому что ты не понимал, не знал, насколько это такой, знаешь, момент игры с людьми там. Опа, а продиджи. И самому как бы было и страшно, да, в какой-то момент ты подсовываешь музыку, люди ее хавают или там не хавают, и ты даже сам все удивляешь, ничего себе. Ну, мы же радиостанция, вещающая там на более чем 100 городов страны, и так прям можем такие эксперименты позволять. Вот это было самое крутое. Он знал эту музыку досконально, но тем не менее, для того, чтобы заманить людей на танцевальную станцию, нужно было вот сначала демо, руки вверх. Потому что есть Алёшка у тебя. У нас потому что есть Антошка у нас. Вот как-то вот так это и получилось. И только когда она получила уже вот этот бонус из прослойки населения, которое ее полюбило, уже мы получили возможность как-то воспитывать этот вкус. Никто не верил, все говорили, слушай, ну будет круто, если хотя бы года через два, через три, хотя бы в десятке в рейтинге будет радиостанция, будет круто. Но, насколько я помню, через два года мы уже были в тройке. И года через 3-4 мы уже были номером один. Когда я начал работать в коллективе Kiss FM, мне буквально нравилось все. Во-первых, создавать с нуля станцию как таковую. Во-вторых, быть одним из тех людей, с которыми она ассоциировалась, с голосами которых она ассоциировалась. Ну и, в принципе, в целом, наверное, менять мировоззрение радиослушателей. Приносили свои самые безумные, но типа креативные идеи, все это высказывалось всегда в коллективе. Нравилась и действительно команда, то есть она была семья, и попасть в нее и быть ее частью, это было действительно прерогатива единиц, и это было очень круто. Осознание того, что мы делаем жутко стильную вещь, ну вот, оно как-то вот очень так играло со всеми чувствами, поэтому выйти в эфир было просто как вот честь какая-то, вот как на балу показать себя. На большую цель работали создать из станции танцевальной большую мега-денсовую империю. Вот, к чему, собственно, все это и выросло, как бы, да. Kiss FM — это больше, чем радиостанция. Kiss FM — это стиль жизни. Все, что происходит в эфире, становится отличным саундтреком к работе, отдыху, вечеринкам и пикникам. Сегодня на волну Kiss FM ежедневно настраивается около 5 миллионов украинцев почти в 30 крупных городах вещания. Через сайт Kiss FM UA нас слушает весь мир. Сегодня все знают и большинство обожают Kiss FM. Но какой радиостанция была 10 лет назад? Вернемся в 2002 год.
тогда были радио Борщ. То есть вот что хочу, то и играют. А Kiss FM — это была четкая радиостанция, которая валила дэнс, танцевальную музыку, и это было круто. Kiss FM впивалась двумя ушами, как присосками. Вот. Но какой это был год, я не вспомню даже. Но это было еще, наверное, со времен «Мамонта». Да. О, первый офис, это было очень сильно. Я по сей день помню адрес: бульвар Шевченко, 54/1. Это было общежитие женское. Вот, на 7-м этаже. Было очень весело. Но студии были весьма колоссальные. Это был стол, наушники и компьютер. Гениальная аппаратура совершенно. И тогда работали именно так. Танцевальная музыка оказывала воздействие на каждого ведущего, потому что те, кем мы пришли на станцию, и те, кем мы стали спустя некоторое время, ну, это были совершенно разные люди. Я и заикався, и трясло, и який тільки в мене був перший ефір. Я знаю, що трясло тих людей, які слухали. Я ж міг сказати, да я... Ми брали так само. От, це було. Хто-то смішний, хто-то забавний, хто-то там іскусственно злобний. Ну, різні люди, але всі вони інтересні, творчі ребята, поэтому мені нравится здесь. Атмосфера. То есть ты всегда слушаешь Kiss FM, у тебя всегда хорошее настроение. Постепенно Kiss FM укрепляет свои позиции лучшей радиостанции страны. Одновременно с этим создаются первое эксклюзивное радиошоу отечественных диджеев. Антон в свое время предложил делать радиошоу, потому что человека, который настолько занимается своим продуктом радиостанции, я, наверное, не знаю. Вот. Поэтому Антон все отслеживает и приглашает к себе тех, кого считает нужным. Поэтому это всегда большая честь. И ты знаешь, что это заслужено. Я в тот момент ощущал такие приятные вибрации какого-то взрыва такого, да, и вот бомба ассоциировалась у меня с этим. Говорят, вот это круто, это бомба, я тебе говорю, это 100% бомба, то есть это хорошо. Да, первые радиошоу выходили в студии, тогда была, конечно, какая-то дрожь в руках, когда ты играешь, и ты понимаешь, что тебя слушает вся Украина, большая ответственность перед всеми. Когда ты понимаешь, что теперь это, скажем так, такие же самые продукты, как за кордоном делается, справжнє, фирмово, когда плейлисты, виключно танцевальные, там, при том, там, это хаос, может быть, транс, драм-н-бейс, даже такие направления играли, которые иногда в клубах неможливо было почути, а тут... Ну, слово «вау» это было однозначно. Мы стараемся не пропускать эфиры, у нас они постоянно прямые, мы притаскиваем с собой кучу аппаратуры всякой разной. Обязательно у нас стоят две вертушки, обязательно Миша с собой приносит то ли гитару, то ли какую-то пианину, и все это в прямой эфир. Все у нас творческо гастролирующие, артистичные люди в коллективе, и составить график, например, на пятницу, субботу, воскресенье практически всегда нереально. В основном, если где-то 15-7, с криками «Опаздываю!» Быстро на велосипед, в 7 часов я уже здесь, чуть-чуть, включаемся, отвели 4 часа эфира, зарядили. Первая аудитория Kiss FM самая ценная и эксклюзивная, ведь именно с нее начался безостановочный рост популярности. Если бы она тогда, в далеком 2002-м, не приняла странный и непривычный для того времени танцевальный формат, возможно, сегодня мы не отмечали бы такой фееричный успех. Такого я не слышал, в принципе, да, шансон какой-то, еще и ерунда, но вот именно танцевальная станция была, как мне казалось, самая первая, которая дарила такой позитив и драйв. В свое время, когда я пришел в этот, в эту музыку, в клубный мир вообще, Kiss FM для меня стала прародителем, скажем так. Я не думаю, что есть какой-то определенный возраст или какие-то рамки, границы. Я думаю, что с какого-то определенного душевного состояния ты должен слушать Kiss FM. Когда внутри загорается какая-то красная лампочка, потребность чего-то необычного, не такого, как у всех, быть немножко, опять же таки, в ритме, вот именно тогда включай Kiss FM. Кто определяет, какие треки будут звучать в эфире? Есть ответ. Есть имя и фамилия. Антон Цеслик. Тире «Наше все». На самом деле, вот Kiss FM – это какое-то такое содружество друзей, которая делает одну идею. Через постель попасть невозможно. Через имейл можно, через постель нет. Я давно казав, що музиці не потрібні ніякі підсилювачі, вона і є підсилювачем. Так що це Артем Нєба. І це Kiss, My Station, My Music.
С первых минут прослушивания эфира Kiss FM каждый окунался в неповторимую атмосферу. Именно атмосфера и, конечно же, исключительно качественная танцевальная музыка позволяли распознать любимую радиостанцию, даже несмотря на частоту тюнера. Общение на форуме и открытость команды ведущих позволили создать отдельное сообщество единомышленников – Kiss Community. Это было просто невероятно. Честно, музыка просто дает энергии, и ты чувствуешь себя живым человеком. Для меня это какая-то история моего юношества. Музыка, которая бьется в ритме моего, вашего сердца. Это классные ребята, классное понимание, в конце концов. Kiss FM – это самая позитивная волна и волна позитива. Kiss FM – это иногда даже смело, зухвали трохи, але корисно, принаймні, для багатьох отримувати цю порцію того, чого їй не вистачає. Оцю енергетику, якусь приємну, красиву, навіть добру, тому що кожен з нас щось, якийсь меседж хоче принести в своєму житті. Понятне діло, що ми іноді ругаємося, ми іноді щось не розуміємо, щось недопонімаємо. Але це абсолютно нормальна ситуація, і мені подобається те, що ми завжди знаходимо ті стиковки, ті моменти, які дозволяють нам залишатися кращими друзями, і при цьому ще класними колегами. Сквозь проміжутки всієї вот этой вот сложної роботи я виходила в кіф. И говорю всем, хей, привет, 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 привет! Пока, 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 пока. Вот так приблизительно выглядит мой эфир. Kiss FM. Это Kiss FM. Реально часть меня какая-то. Крутое время было, кстати. Очень крутое. С самого первого года своего вещания радиостанция Kiss FM удивляла всю страну и являлась законодателем моды на танцевальную музыку. В 2003 году прошло празднование первого дня рождения Dance Radio, и это стало первым по-настоящему массовым мероприятием в Украине. Однако прежде чем все всерьез заговорили о танцевальной радиостанции номер один в стране, прошло еще два года. Танцевальная музыка, ее приятно слушать и двухгодовалому ребенку, и бабушке в лет 60, если она разбирается в дабстепе, и она бабушка Топольская.